час обычной ходьбы сжигает 300 калорий, а час скандинавской ходьбы сжигает 700 калорий. То есть можно есть торт и слух капусты. Поднимаем плечи, отвели назад. Благодарим Ирину Эдуардовну, спасибо вам большое. Отлично. Мы поздравляем Клин. Сейчас Ирина Эдуардовна. Проходите вот сюда, вот выстраивайтесь вот здесь, пожалуйста. Да-да-да, вот отлично. Еще вот красная, пожалуйста. Ребята в красных майках. Идемте тоже, пожалуйста, выстраивайтесь. Большую разминку и на старт. Отлично. Спасибо большое. Ближе там. А, все отлично. Все, можно начинать. Хоп! Ходи в Подмосковье. Кто хочет узнать секреты о скандинавской ходьбе, подходите к сцене. Через несколько минут начнется мастер-класс. Также генеральный спонсор сегодняшнего. Ну, а пока Марко фестиваля Акучек. Мастер-классу я хочу вам рассказать, что ждет нас вообще сегодня на этом фестивале. Фестивале «Ходи Россия, ходи в Подмосковье». У каждого участника есть браслеты. Браслеты определенного цвета. Есть у вас? Значит, каждые 15 минут вот оттуда входим, будет стартовать группа с определенным цветом браслета. Так что потом, после вашей ходьбы, пожалуйста, снова возвращайтесь сюда к этой сцене.